Уверенный, сильный, бесстрашный. Хоккеист – это воин. Дом для воина – это его тыл. А если в тылу все плохо, то и на площадке ничего хорошего не будет. Что в душе у того, на кого равняется вся команда? Нужна допинги. Я подумала о твоем предложении. Нет. Смотри всю «Молодежку» от начала до конца. «Молодежка» с 8 июля по будням в 19:00 на СТС Лав.